Onunla eğlendim. Самое главное, что было очень весело, мы хорошо провели время. Ну а да, то есть мне кажется, что футбол это такая команда, такой дух, и такой бой. Takım olamadık biz. Çünkü daha yeni tanışıyoruz arkadaşlar. Hiç antrenman yapamadık beraber. Не получилось стать командой, наверное, очень быстро поэтому. А, так вот получилось. А вы знаете, да, наверное, Кустурицу? Эмиль Кустурица, я берёшь. Тобе же берём. Он же говорил, что если бы он не стал режиссером, он бы 100% стал футболистом. Все, я мечте Бен, и он этмен олмасайды, везде есть футболчик. Ya çünkü bütün sanatçıların içinde bir spor ruhu vardır. И, по-моему, Джанзелли очень тоже в детстве играл в футбол. Aslında futbol da gerçekten de böyle sanatla böyle bir bağlantısı var. Джанзелли ve çocuklukta futbol oynamışsınız değil mi? Sevmek gibi bir şey. Neyi sevmek? Tabii tabii. Yani şey olmak, yani her zaman film yapmak yetenek ve çalışmak ister. Ama içinde de eğlence olursa, eğlenerek bunları yaparsan, disiplinli ve şey çalışarak o zaman işte daha da böyle Куда? В контакте мы видим. Хорошо, шашка. Туризмом, так сказать. Мы видим.